Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил орден мужества семье участника специальной военной операции Александра Лоскутова. Награда присвоена ему указом президента посмертно. 26-летний житель села Эсела погиб в декабре прошлого года при выполнении боевого задания. Встреча прошла у средней школы поселка, в которой учился Александр. На вручение пришла мама бойца Виктория Ермолаева, а также его супруга с дочерью Венерой. По словам главы Карелии, она самое дорогое и важное достижение ее отца-героя. Наша задача, конечно, сделать все, чтобы Венера выросла достойной своего отца-героя. И мы это будем делать всем миром. В этом можете не сомневаться. После церемонии глава Карелии пообщался с близкими Александра. В его честь у школы был поднят государственный флаг. Память героя почтили минутой молчания.